Все, идет? Запись идет. Все хорошо. Пожалуйста. Народная лаборатория Санкт-Петербург. Глобальная волна. 4 августа. Добрый день. Сегодня что было сделано? Мотор Бедини. Ну, покажи. Крутится постоянно. Значит, был добавлен аккумулятор вот в эту группу, новый. Вот, теперь у нас две группы одинаковые, примерно одинаковые. В каждом по три аккумулятора, там примерно по 60 ампер-часов в каждом. Вот. Нагрузку была добавлена лампочка. Теперь тут лампочка 35 ватт. То есть базовая нагрузка у нас с сегодняшнего дня будет 35 ватт. И на ней мы будем долго-долго гнать. Потому что у нас потребление из розетки. Ну, сейчас мы сняли прибор. 36 ватт показывает. То есть из розетки он берет... 44 было когда... 44, когда на больших оборотах. На, вот, на 580 оборотов примерно 36 ватт. Таким образом, если нагрузка здесь 35 ватт, сейчас больше, 612 там стоит. Да, сейчас я чуть-чуть уменьшу. Давай я уменьшу. Чуть-чуть уменьшу. Вот. Как бы аккумуляторы должны привыкнуть к этой базовой нагрузке. Смотрите, новое у нас реле нормально себя чувствует, то есть почти не греется, немножко теплый. Вот. Таким образом оставляем на сутки, будем смотреть, что происходит. Вот. Установка у нас в автоматическом режиме. Теперь надо время, чтобы прогнать как следует и посмотреть, какой результат получится. Все. Специально для глобальной волны, для Ярослава Старухина,